Приветствуем команды «Аврора Тим», команда «Пинк». Команда «Аврора Тим» номинальная. Просто Николай Мирослав. 10-й Сиренко Олег, 20-й Соболев Максим Руслан, 2-й Солодкий Евгений и 12-й Фрук. Сиренко Олег является сейчас лучшим бомбардиром команды. Значит, тут дальний удар от Олега и Феникс — это очень плотный, хороший среднячок нашей лиги. Если бы у команды было реализация лучше, чем сейчас. Сиренко Олег тем временем начал оценить матч. Тем временем дальний удар. Сиренко Котляр. Александр Котляр блестяще играет, и Сиренко Олег оформляет дубль. Лох. Гавриленко эффектно убирает мяча, пас на Дмитрия Влоха и... У него удар от Митяева и Юрюсов. Солодкий. Евгений. Это помог пробить. Значит, и Войтенко Кирилл, Дмитрий Катаранчук. Дальний удар не попадает. Вам скажу, получается. Сейчас команда после трех пропущенных. Возможно, Феникс остановился, но уверяю вас, это не вновь Ананченко. Говори, что же сделать? Юрюк, 3-2, Сиренко и... Мостовенко, Влох. Николайзин, Мостовенко, Юрий. И не забивает. Николайзин, Ярослав. Айфон перехватывает. Солодкий. И требуется дальняя передача. Но Солодкий Евгений на 21-й минуте матча оформляет хитрик. Сейчас становится 6-0 в пользу команды «Пинк». Солодкий. Евгений Ананченко. Котляр. Котляр на Солодкова. Пас на Сиренко. Сиренко и блестящая комбинация проходит в команде «Феникс». И Солодкий Евгений на 22-й минуте матча. Сиренко. Сиренко и... Счет становится 8-0. Щебетовский. Никита Савченко. И Черняк, и Щебетовский. Савченко. Савченко. Дмитрий Катаранчук просит дачу, но не смог. Правильно реагирует на него. Мостовенко. Мостовенко проходит двоих. Блестящая игра. И Ананченко. Дальний удар. И Николайзин Ярослав. Аж удивился, как он перевел этот мяч. Не пытается даже выбежать в контратаку команда. Давай, Аврора. Давай, один!
пытался только рассказать, как 78-й Митяев Кирилл прохватывает мяч, бьет, но очень и очень неточно. Юрий на Ананченко, Юрия, а Юрий дальний Щебетовский. Вновь Юрий, пас на Мостовенко, дриблок Естеренко, Олег отправляет свой пятый гол. Скорее всего, мы не увидим гол престижа для команды РФ, потому что нету момента. Атака удара. Блестящий удар Солодкова Евгения, который оформляет свой пятый гол и сравнивается с Сиренком Олегом сегодня в матче. Пожалеть Дмитрия, но бескомпромиссная. Екатерина Усова показывает красную карточку в этом матче. В этом матче, но все еще впереди, Кирилл. Еще остается 19 номер с мячом Никита Савченко. Это и один гол мог бы быть, и мы бы увидели, возможно, быть там. И он бьет. Очень много. Завершился с командой Аврора Тимы Феникс со счетом 12-0. Победила команда Феникс.